Здесь поставить стакан для вина. Один кругляшок стоит. Очень классный фул. Как я люблю. У него баланс. Смотрите, какая кофточка. В общем, надувная, да? Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поедем по магазинам. У меня выходной, то бишь отпуск. И решил я кое-что купить. И впоследствии вам все, конечно, расскажу. Кому интересно, оставайтесь со мной. Поехали! Зашел постричься, сейчас меня постригут, буду красавчиком. Вот так я выгляжу сейчас, красавчиком. Так, одно дело сделали, сейчас зайдем в магазин. Короче, магазин ты, Макс, там фирменные вещи, уцененные, сейчас туда зайдем. Мужские фирменные вещи. Футболки. Поло. Так, мне надо плавательные. Сейчас, короче, полазим здесь. 14 евро. 16. 22. Как я люблю. У нее баланс. Смотрите, какая кофточка. Вообще ништяк. И цена приятно удивила. 18 евро. Зашибись. Возьмем. У меня штаны различные. 15 евро стоили раньше, 30, 100 евро. Так, ну здесь большие размеры. Но для мощных мужчин непонятно сколько стоит. Так, вот поло, интересно, 30 евро поло. Вот 18, такой цвет, не знаю, не на всех. Вот Adidas. Не знаю, сколько стоит. Баха. Одиннадцать евро. Фирма такая. Не знаю, что за фирма. Ну, это веселое, американское поло, 12 евро. Надо померить, мне кажется, у меня L уже размер. Так. Девять евро, такая розовая. Ума, 15 евро. Отдаю. 24 евро. Короче, здесь дешево. 18 евро. Дизель. Сорок евро. Найк. 15 евро. Так, здесь S маленький. Вот здесь L у нас. Одиннадцать евро футболка обычно белая. Девять евро. Она обычная такая. Вот веселая. Желтая. У меня такой нету. Желтая.
Вот трико, например, Adidas, 18 евро, ну все по 18 евро. Кульда, Кума. Мы смотрим New Balance и не находим. Футболки по 11 евро. Трико 19-12. Карл Лагерфельд. Джип 24. Короче, какие хош. Какие хочешь. Курточки. Да. Типа пуховики. Вот, например, ништяк такой, пуховичок. 59 евро. Я тоже здесь пуховик покупал, такой тоненький. За 50 евро, что ли? Вот двухсторонний. Ну, вы поняли, да? Дешево все. Недорого, так сказать. Курточка. Толстая такая. 70 евро. Вот я такой покупал. За 50 евро. Вот 70 стоит. Тоже двухсторонний. Поло. Вот прикольная куртка. 90 евро. С мехом. Без рукавки 44 евро. Томми Хильфигер на меня 50 евро. Эс Оливер 30. Что-то тоже Томми. Вранглер 24 евро. $150 стоит. А сейчас 64 стоит. Кордовые, прикольно. 30 евро. Желтый, не баланс, ветровка. 30 евро. Красивый цвет. Чемпион. Шапка 15 евро, 12 бомбоном, 15, 13, ох, какой кипарик, 15 евро. Смотрите, какие тапочки, 40 евро, кожаные. Так, трусаля у нас. Вот 11 евро. Военный. О, New Balance. 4 штуки. Сейчас достанем, посмотрим. 20 евро. Ну, как бы нормально, не дорого. 24 евро. Хотя, Adidas, смотри. А не баланс. Аж 5 штук. Сейчас посмотрим. Здесь у нас не знаю сколько.
Одни что ли трусы? Непонятно, сколько пар внутри. Такая курточка тоже. New Balance. 24 евро. Пуховик. 60 евро. Так. Вот Коля как раз. 60 евро. Вот такая ветровочка. Поло кроссовочки. Сорок евро. Адидас. 50 евро. Скетчерс. 50. Барахлишка, ножики, досочки, сковородочки. Кофеварку все такую хочу купить. У меня была такая, удобная, вообще нормально. Купил я эту куртку и купил трусаля за 25 евро 5 штук. С вами зайдем в виртуал, я куплю запах для машины. Вот 20 евро. Вот такие еще есть. Сейчас понюхаем все. Очень классный фу. Так, вот, друзья. Купил для машины запах. Стоит 20 евро. Потом дезодорант. И дали мне два подарка. Шампунь и после бритья. Шампунь и после бритья. Все. Так, купим мороженку одну. Кугли. Короче, один кругляшок стоит евро 20. Зачем приехал, то и не купил. Сейчас мы с вами съездим еще в Декатлон, в магазин спортивный. И там плавательные трусы, плавательные шорты, наверное, будут. Парковка у меня на 2 часа была. Стоит час парковки евро. Так что надо машину забирать. И поедем. Так, вот запах так выглядит. Вот коробочка. Один запах там есть и еще один запасной. Бумажку сейчас вы достаем и вешаем. Сейчас сюда зайдем. Здесь посмотрим шорты. Вот смотрите, что увидел. 80 евро стул. Можешь купить, и тебе домой его привезут. Чисто местная наша. В нашем городе делают. Вот в нашей области. И всем надписи нашей земли Пфальц. Оригинальный стул, оригинальный стакан. Дубль глаз. Не шлехте. Можно ставить как хочешь. Все просто можно сделать, кстати, дома. Здесь поставить стакан для вина. Красота.
Здесь тоже местные сувениры. С нашим местным стаканом. С отверстиями. Носки, трусы. Кто приезжает в гости к нам, тот может такое взять на память. Ну, здесь по городу походил. Показал вам примерные цены, где мы покупаем вещи. Декатлон. Едем сюда. Должны быть палаточки различные. Можно пройти, все, протестовать. 64 евро, 84. Это которые за 2 секунды открываются. У меня тоже такая есть. Трехместная. Их даже не убирают, они постоянно здесь стоят. 179 евро. Стульчик. Здесь двухкомнатная квартира. 500 евро. Да. Классно. €600. Это вообще мощно. Эти, кстати, надувные. Не надо даже железные ставить. Здесь трехкомнатная квартира. Окна, да, открываются, да. И здесь спать. Ничего не жарко-то, кстати. Потому что она двойная. Хорошо. В общем, надувные, да? Прозрачные. Кто-то пиво пил ночами. Пойдемте в магазин. В принципе, все однотипные. Разное качество, разная толщина. Плавательные шорты. Такие. В общем, ничего такого я не нашел себе. Красивого, хорошего. Такое у меня все есть. Друзья, вы сами видели. Ничего практически нету. Найдем попозже. Не успеху. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами, как всегда, был Алексей. Будьте здоровы, и скоро будут новые видео про отпуск этого года. Все, пока, всем добра и здоровья.